Здравствуйте, мои дорогие. Я задумал снять ролик именно в темное время суток. Действительно, эта камера может творить чудеса. Наверное, за счет лидара iPhone 12 Pro делает все таким необычным своего рода. Даже место, где падает, скажем, тень, она немножко осветляется за счет того же лидара. Скорее всего, даже тень там видна такая. Можно даже читать объявления, какие-нибудь грузовые такси, грузчики, демонтаж, двери, ремонт, очень красиво еще деревья. Есть и размытости, конечно. Попробуем еще на увеличение подойти, так сказать. Вот, например, окошечко, нам надо зайти в окошечко. Ну, это очень даже неплохо, и так задуматься. Это шестерка. Увеличение на 6. Позаглядывать в окна. Если честно, что я глазом вижу, что камера почти одна и та же картина. Единственное, что глазом немного четче. Интересно. Скорее всего, это на 30 кадров в секунду. Еще проверю, тогда точно буду знать. А вот на 0,5. Это вообще красиво. Единичка. Тоже ничего. Такой тест-драйв задней камеры произвел я сегодня в темное время суток. Мне нравится. Наверное, потому что это мой iPhone. Прошка. Гигабайт. Все видно. Даже вот в тени то, что все равно все видно. Счастья, удачи, любви, успехов. До скорых встреч.